Заранее прошпаклеванную стену наносим вот такой материал. Мармарин называется, фирмы Фейдл. Наносим на здесь просто тоненьким слоем, вроде бы прошпаклевываем стену для того, чтобы сделать фон. Материал предварительно затонирован уже в нужный нам цвет, слегка сероватый. И просто прошпаклевываем стену тоненьким слоем. Если где-то будут маленькие оставаться дефекты, ничего страшного. На следующий день после высыхания его можно будет слегка подшкурить и убрать их. В дальнейшем будем делать декоративную штукатурку под названием грота. На высохший первый слой материала антик декор наносим второй слой. Будем наштамповывать шпатлем, так на крышку наносится небольшой слой, потом на отрыв шпатлем наштамповывать, используя такие колючки, переносим их на стену вот так. И так продолжаем забивать всю стену. После того, как они начнут подсыхать в полусыром виде, будем их приглаживать. Вот уже есть приглаженная стена рядом.